Здравствуйте, друзья! Как наложить сетку на изображение в программе Photoshop Online? Давайте сначала найдем эту сетку. Картинки. Если мы с вами возьмем крупную сетку, то клетки на изображении для копирования будут слишком большие, и копирование будет затруднено. Скорее всего, нужно взять какой-то средний элемент. Открываю изображение. Копировать URL картинки. Теперь мы можем пойти в Photoshop Online, открыть URL изображения и копируем сюда наше изображение. Открылось. Теперь давайте откроем картинку, которую нам необходимо накрыть сеткой. Допустим, это вот это изображение. Нажимаем просмотр, полноэкранный режим. Привычным движением отодвигаем инструмент в сторону. Давайте для начала поработаем с сеткой. Она слишком блеклая, и при наложении на изображение ее будет не видно. Коррекция. Порог. Сетки не видно, но у нас есть бегунок, который мы... Вот она появилась практически в самом конце бегунка. Да, берем инструмент выделения и полностью выделяем эту сетку. Редактирование, копировать, сворачиваем изображение, берем наш файл, необходимый для наложения сетки, редактировать, вставить. Мы положили сверху сетку, заходим в редактировать, свободная трансформация. Переносим сетку в угол и тянем ровно за сторону. Осторожно, чтобы сетка не изменяла свою пропорцию. Ну, достаточно будет вам такого изображения. Теперь в сторону, в любом месте на экране щелкаем мышкой и подтверждаем свое действие. Все, сетку мы наложили сверху, теперь нужно задать ее прозрачность. Нажимаем вот сюда. И вот из этого списка выбираем вот это слово. Извините, не могу произнести его на английском. Вот так мы наложили сетку на поверхность изображения. Теперь можем ее изображение вместе с сеткой сохранить на свой компьютер. Для этого нужно нажать клавишу Escape и сохранить на компьютер. Сохранить. Называем изображение подтверждаем.